Здравствуйте, дорогие друзья! Такой вот постараюсь сделать короткий выпуск о том, как я набрал 12 килограмм. Сначала скажу, что здесь описывается мой субъективный опыт, потом, если вы считаете, что вы можете лучше и с меньшей задержкой жидкости за 2 месяца набрать 12 килограмм, прежде чем писать комментарии, пришлите мне пруфы на ваши фотографии и, соответственно, ваши спортивные звания. Если у вас имеются спортивные звания, действительно будет интересно изучить ваш спортивный опыт, что вы можете набрать более сухой, чем я, мышечной массы за 2 месяца. В конце посмотрим на мою форму. Все писали мне, что я просто растолстел. Это забавно. Вот. И, соответственно, пишите, проверим. Мои регалии спортивные выложены в социальной сети ВКонтакте. Там не очень прям супер так круто, но вот был у нас в Самаре, проходил чемпионат Европы такой условный, больше СНГ там приезжал народ. И, соответственно, я там его выиграл в своей категории до 90 килограмм. И, соответственно, там что-то получил, правда, какой-то, по-моему, разряд. Первый разряд. Вот, кандидата не получил. Потом был, соответственно, были соревнования по пауэрспорту, одни из первых, когда проводились. Я был там кандидат мастера спорта по пауэрспорту. Это подъем на бицепс и жим штанги стоя, если кто не знает. Потом у меня был опыт выступления в Men's Physique, не скажу, что удачный. Тоже я на первых соревнованиях Men's участвовал. Все пруфы, все видео есть. Вот, потом, значит, соответственно, есть также опыт выступления в классическом бодибилдинге. Ну, там тоже как-то не срослось, мне сказали, я трусы не того цвета надел, поэтому мы тебе все баллы сняли. Извини нас, друг. Вот, думаю, что какие-то фотографии интересные из своего архива сейчас будут всплывать. Вот, далее, соответственно, что по поводу набора массы. Масса у меня очень хорошо начала переть, я заметил, до Нового года, как пролечил себе по Осипову кишечник, окончательно все выровнялось. Я почувствовал огромный всплеск. Мне нужно было уехать из России, и некогда было заниматься. И моя форма в Дубае мне очень нравилась, я еще там тренировался. Когда я приехал в Таиланд, у меня не стало времени заниматься. И особенно руки сильно ушли. И за это время я хотел немножко поправить руки, опять же, не задача не быть Цыпленковым. Но как бы немножко объем какой-то в руках, хотя бы минимальный какой-то иметь, соответственно. Поэтому можете посмотреть, как выглядели мои руки в Таиланде. Но действительно хочется, у любого здорового человека захочется, наверное, желание сделать из вот этих веток какое-то подобие руки. Вот, то есть форму я в Таиланде сильно растерял, просто по той причине, что, не занимался, и плюс еще не питался, конечно, правильно, вообще, это фантастика, там, во всех этих делах что-то правильно питаться. У меня была задача узнать там по недвижухе все это, поэтому это была деловая поездка. Вот, значит, я вернулся в Россию, думаю, вот сейчас я наберу, я начал набирать, я чувствую, что масса поперла. И, соответственно, вот набрав 12 килограмм, я чувствую, что у меня началось вздутие живота. Поэтому вы сейчас видите, соответственно, этот эффект на видео, в интервью там многие заметили, что да, живот есть. Но, ребят, опять же, нельзя через майку. Сейчас я вам покажу в конце форму, вы поймете, что это все равно субъективно через майку оценивать. Те, кто подумали, что у меня там какое-то ожирение, что-то еще, это бред полнейший абсолютно. Нельзя оценить через щеки форму человека, через майку. Пока человек голый перед вами, там торс не покажет, вы никак не оцените. Я знал людей, кто на соревнования заходили с щеками и с отеком на лице. При этом побеждали соревнования по бодибилдингу, потому что тело-то сухое, понимаете, лицо никто не оценивает. Это еще генетически детерминировано щеки, понимаете. То есть оценивается в первую очередь, соответственно, ваше тело. Чтобы оценить объективно тело, вообще, я вот сейчас так сижу, я выпрямлюсь, и живот немного уйдет, да, то есть, чтобы оценить тело, надо смотреть тело. Поэтому, дорогие друзья, сейчас я расскажу вам про фармакологию, что я пью, и мы пойдем дальше, пойдем смотреть тело. Значит, на протяжении 2 лет я пил NutriCleans. Здесь специальный антибактериальный состав, там можете ознакомиться, ссылочку внизу на сайт я отправлю.
в описании, кто захочет проэкспериментировать. Он хорошо позволяет по умолчанию лечить микробиоту кишечника, даже если вы не сдавали анализ, все равно он ее немножко подтянет. Если вы сдавали анализ, там лечитесь у меня, вы знаете, я Нутриклинс базово всем назначаю, потому что это универсальная такая вещь. Понятно, что есть некие противопоказания, и кому что интересно, когда пить Нутриклинс нет, это можно сделать отдельный выпуск, но в целом 90% людям он подойдет. И, соответственно, Нутриклинс, я по-другому почувствовал вообще работу кишечника. Я 4 грамма углеводов на килограмм тела с легкостью набирал. И если где-то не добирал, просто по причине работы. Вот. Потом, соответственно, ел я где-то 1-1,5 грамма белка на килограмм тела. 2 грамма белка я не ел. Белка я ел мало. Вот, жиров 1,5 грамма на килограмм тела я ел. Значит, далее пил креатин, весь массонабор практически, естественно, это вызвало задержку ваты, некоторые, это 97 килограмм, ну, объективно, не все, да, мои, вот, есть жидкость. И, соответственно, что еще я пил? Витамины группы В, потому что углеводный обмен они регулируют. И более того, я считаю, что если вы прям готовитесь, там, хотите набрать даже для себя мышечную массу, витамин группы В, это базис, который вы должны пить. Ну и в целом все. Анализы я сдавал. Ну, в первом месяце я заморочился. Каждую неделю сдавал кулограмму, некоторый список. Потом уже начал весь список сдавать, который в Цепионат, в выпуске про Цепионат указан. Начал сдавать, соответственно, раз в месяц уже. И был, соответственно, 500 теста было. И был, соответственно, гормон роста. 3 единички гормона роста было. Все. И больше я не вижу смысла просто по той причине, что я не являюсь профессионалом сейчас. Я уже не хочу, не планирую пока выступать, потому что веду активную научную деятельность такую, особенно в плане работы со спортсменами, уникальную. Мало кто, не скажу, что никто этим не занимается, но мало эндокринологов работает со спортсменами. И мне больше интересно работать со спортсменами, чем быть непосредственно самому спортсмену. К тому же я не умею монетизировать спорт как-то особо, чтобы, соответственно, там, даже если я накачаюсь, я не понимаю, что мне это даст. Ну, до бодибилдерских масштабов, там, 120 сухой мышечной массы. Вот, так что, дорогие друзья, такая суть. То есть, потом я сдавал по Осипову, где-то за год я сдавал каждые 2-3 месяца по Осипову и выравнивал. Естественно, там было куча БАДов, но в январе я оставил только Нутриклинс уже. Вот, и в принципе все, что я сделал. Как я считаю, что меня поперло вот с января, я уже почувствовал изменения, это просто потому, что я пролечил кишечник. Какая-то фармакология, что-то еще. На этих дозировках, ну, 12 килограмм набрать за 2 месяца, даже чуть меньше у меня вышло, чем 2 месяца, ну, это очень хороший результат. Если ваша генетика это вам когда-то позволяла, пишите в комментариях, это будет очень интересно. Но мне за такой короткий срок вот один раз удалось так, в принципе, быстро набрать, используя минимум такой, да, вот, из фармподдержки. Пил креатин, еще креатин-моногидрат пил, конечно, из-за него еще задержка жидкости сильная. Но сейчас быстро, я думаю, что это сгонится. Все, хорош болтать, пишите ваши комментарии, кому интересно, я расскажу подробнее. О наборе мышечной массы сейчас перейдем смотреть мою форму. Она не заключительная. Естественно, суть в том, что это видео, как бы предвидео к трансформации моей. Основная суть какая? Я все это набрал, даже не боялся вот этой лишней жидкости, чтобы потом был такой вау, мы вместе посмотрели, как можно буквально за месяц похудеть. Вот в чем моя основная задача, что вам показать. Может быть, кого-то это замотивирует, особенно у меня есть преддиабет, и у многих моих пациентов есть преддиабет. И они поймут, что с лишним весом можно очень быстро справиться. И мы будем, естественно, дальше говорить больше о похудении, чем нежели о наборе мышечной массы. Ну, опять же, все зависит от вашей активности, комментариев, лайков, просмотров. Понравится набор, будем говорить за набор мышечной массы. Я веду кучу спортсменов по набору, и в режиме онлайна постоянно какая-то информация выходит. Так что вот, все, идем смотреть форму.
Она не заключительная, естественно, суть в том, что это видео, как бы предвидео к трансформации моей. Может быть, кого-то это замотивирует, особенно у меня есть преддиабет, и у многих моих пациентов есть преддиабет. И они поймут, что с лишним весом можно очень быстро справиться. И мы будем, естественно, дальше говорить больше о похудении, чем нежели о наборе мышечной массы. Ну, опять же, все зависит от вашей активности, комментариев, лайков, просмотров. Понравится набор, будем говорить за набор мышечной массы. Я веду кучу спортсменов по набору, и в режиме онлайна постоянно какая-то информация выходит. Так что вот, все. We'll be right back.